Сейчас вы увидите заветную мечту любого болельщика. Это VIP-зона. Попасть сюда вообще невозможно. Но пока никого нет, у меня есть такая возможность. Волнение пропадает, как только Алина оказывается перед телекамерой. Эта девушка – одна из трех ребят, подопечных благотворительного фонда «Жизнь без границ», которые пришли на матч баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Эти подростки не просто болельщики, а будущие тележурналисты. Воплощать детские мечты помогает новое нижегородское телевидение. Именно благодаря ННТВ Алина, Миша и Костя смогли попробовать себя в роли корреспондентов телевидения, о чем мечтали долгое время. До начала игры еще несколько часов. Съемочная группа времени даром не теряет. Пока баскетболисты разминаются, юные корреспонденты постигают азы журналистики. Задание, на первый взгляд, простое – записать появление в кадре. На профессиональном языке это называется стендап. Но новичку без помощи опытных коллег не обойтись. За моей спиной... Не мне, на камеру. За моей спиной сейчас разминается бельгийский Антверп. Разминка команд подходит к концу. Я желаю БКНН победы. Рука, мяч, кольцо. С таким напутствием горожане выходят на паркет. Тем временем юные журналисты общаются с болельщиками, главной поддержкой команды. Как вам сегодняшняя игра? Ну, пока нормально, держатся парни, стараются. Надеюсь, то, что выиграем. Нам нужен задел, чтобы хорошо в Бельгии сыграть. Какие у тебя эмоции? Ну, положительные, веселые все. Работа продолжается и после окончания игры. У наших корреспондентов уже готовы вопросы для пресс-конференции с тренером и игроками БКНН. С каким настроением вы едете в Бельгию? Отлично. Мы не опускаем руки, я сам уже сказал. Мы готовимся играть и в Антверпе мы готовимся. Встреча с баскетболистами, работа в кадре и общение с болельщиками. Все это произвело на юных корреспондентов неизгладимое впечатление. Удачи ребятам! Сотрудничество благотворительного фонда «Жизнь без границ» и телерадиокомпании ННТВ продолжится. На очереди еще не один трудный подросток, который хочет изменить свою жизнь к лучшему. Валерия Стародумова, Максим Веселов и Ренат Бикбаев. Время новостей.